27 октября дан старт региональному приоритетному проекту «Успешный ученик», который является продолжением проекта «Успешный выпускник». Проект направлен на повышение качества образования, успеваемости обучающихся, поступления в Кызылское президентское кадетское училище, а также повышение количества поступления в вузы страны выпускников 11 классов. Основными участниками проекта определены руководители образовательных организаций, учащиеся 4, 9 и 11 классов. Для муниципальных управляющих Министерством информатизации и связи проведено обучение по работе системы автоматизации Bittrex 24.